В Международный день защиты детей чествуем юную победительницу нашей фотоакции. Знакомьтесь, Елизавета. Ей 4 года, и она упорная, целеустремленная и настойчивая дама. Что говорить, в нашей съемочной группе уже при встрече победительница тут же дала отпор. Сниматься отказалась, но после часа уговоров Лиза все-таки пошла нам навстречу и стала без устали болтать с нами. Да, Елизавета – имя настоящих лидеров. Долго ли его подбирали активные малышки? Мы решались очень долго. Вначале хотели Доминикой назвать, но наш старший братик сказал Лиза. Поэтому Елизавета Валерьевна. Лиза – настоящая модница. Готова без устали красить губки маминой помадой, рисовать узоры на миниатюрных ногтиках и с пристрастием выбирать собственный гардероб. Маникюр-педикюр у нас регулярно и лаком таким, как у мамы. Все вещи покупаем только с ней, потому что если купишь вещь без нее, она скажет, это страшное, и я это носить не буду. Поэтому наведением марафета Лиза занимается ежедневно. Девочка расчесывает волосы, а мама собирает забавные хвостики. А после этого наша победительница, как настоящая леди, надевает высокие каблучки, берет в руки сумочку и с деловым видом катает по комнате коляску с куклой. Она очень добрая и ласковая. Она вот все время, мы когда с ней вдвоем остаемся, она постоянно мамочка моя, родная. То есть она очень привязана ко мне. Вот, ну... Заботится всегда. То есть, если где-то кому-то что-то болит, она всегда мамочка. Вот так ты любишь. А как ты маме бусику даешь? Как ты маме бусику даешь? Вот так, да? А еще она всегда с удовольствием помогает маме на кухне, а бабушке по хозяйству. Вот только не всегда слушается советов. Лиза! Ты что? Зато Лиза с успехом позирует на камеру и знает свои самые удачные ракурсы. Сейчас, когда постарше, берешь фотоаппарат, она сразу начинает позировать. То есть она и так, мама, как мне встать, как мне повернуть голову, как мне ручки держать. А чтобы сохранять точеную фигурку, без устали занимается спортом. На газоне умело справляется с управлением машиной и рассекает просторы на самокате. Такая она, наша юная победительница праздничного выпуска фотоакции. С непоседливой и общительной Лизой вас знакомили Алина Малинова и Максим Доленко. Студия хорошего настроения. И ручкой помахай. Вот молодец.